За две недели после объявления конкурса в мэрии Бавлов скопилось 500 деревянных птичьих домиков. Оригинальность не единственный критерий. Важно, чтобы новоселу было комфортно. Глубина скворечника около 15 сантиметров. Диаметр отверстия около 5. Но смастерить правильный скворечник – только половина дела. Обязательно все скворечники установим вместе с детьми. Лесники покажут, как правильно сориентировать домик, в какую сторону, на какой высоте и как без ущерба для дерева прикрепить. Если эти 50 скворечников установят исключительно в черте города, то в будущем птичьи домики появятся в лесопосадках и вблизи родников. Кстати, победителями первого конкурса стали детский сад «Рябинка», третья школа «Бавлов» и Удмуртско-Ташлинское сельское поселение. Алсох Медзянова, Индира Сайфуллина, Айдар Гарафутдинов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».